Может, в каждом Альмара еще мне написал. У меня три Роги, Вальмора и я. Все, это все замена. Там же Лары еще были. Мне присунуло три Роги, Синдрита, Недорог, Дунган Мастер и Вальмора все. Значит, Вару не надо. Тыкните в столик. Я за спад отвечаю, отстань. Подожди, стоп. Блять, ну врубай рэп, я вообще думал, ты в блоке будешь. Всем привет. Привет. Лондра, ты в ебанке застрял? Ну ладно, Вайтфюри. Тогда... Чё случилось? На пала тебя посадим, на нубе. А, чё, у него нету блока или чё? Он скипнул спек. Ебать, да ну нахуй. Так что, короче, это... Пойдёшь... Короче, сейчас с собой иди потом. Так а хуй толку, прыгнем. Мне с нуба токена нужно. Чё, ни у кого блока больше нету, да? Нахуя тебе токены? Там на аэродроп, блядь. Первого босса без меня убейте, я пойду пока сделаю спек. В чем проблема? Всем привет. Ну иди делай спек тогда, заходи в этот фильм. А, я думал, он это, шмот утолит. Вы в ЦЛК 25-ку? Нет, ЦЛК мы уже были. ЦЛК 25-ка, второй рейд будет завтра. А сейчас куда собираетесь? Сейчас мы в ВК идем, в Магинру. Это первый рейд еще. Привет, но ты проходишь мимо. И ВК. Кто диджей? Битмейкер. Он личный дэнсер. Замыть бота, кому мешает. Кто эту хуйню включил нахуй? Подбор музыки, или, конечно, пиздец. Где его врубить? Если там фараон, то я бы походу, да? Да и... Это 200 в руках, а, максимум. Ясно, блять, это сосед, походу, да? Снимите ему 1000 ИП. А, нет, это Синрис. А как включил, музыку включать? Там кибанки надо закинуть. Я могу реально. Ладно, короче, хавайте рыбу, давайте быстрее. Хавайте рыбу и поехали. Блять, так... А я что-то забыл, мы на Анубе перепиваем с СПДшной в саппорт или не перепивать можно? Если саппорт дает, как только мы же перепиваем. Ну, перепиваете. Да, вчера выбил конфетку. Спасибо, блин. Этот, пятая пати, как обычно, на червях. Печенька, четвертая пати звезда, третья пати ромбик. Этот, фонарь заберешь, жуткую отведешь. Дермич кислотную. Милики в кресте там спиной в стену ставят. Все, запустил. Вы услышали призыв серебряного авангарда и без колебаний откликнулись на него. В этом Колизее вам предстоит сразиться... Еще осталось пригу полутать, нахуй, и этот, блядь, и маску, блядь, с малокраса, и будет заебись. Ну и даггер еще один. Нерф этот ярок выкидываешь. А Кирилл, можешь повторить кого мне, пожалуйста, я... Ты жутку забираешь. Ага. Да, да не, блядь, в смысле нерфить рогов, да, блядь, когда они не дают даже больше, чем все. Хотя роги, по сути, все время всю дорогу давали до хуя. Ты говоришь, ну, какую-то хуйню на самом деле. Они ебашат нормально.
Они не так прям, блядь, жестко бьют, чтобы их нерфить. Но... Ты это хочешь Энхам рассказать? Давай, я послушаю. А, ну Энхи там. Ну Энхи отдельная речь. Ну Энхи в Переаполе. Ну, будет реворк, чё ты, ну, паришься. Да куда Переаполе? Мы только начали бить хотя бы хоть чуть-чуть. Ну, блядь, пройдет пару КД... ФПС, я понял, опять. Пройдет пару КД, нерфанут. Ну, типа. А чё так лагает, блядь? Да потому что эти уебки опять что-то сделали. Уже многие знают об этом, то что ФПС нет вообще в рейдах с реворкой. Да пиздец нахуй, я вам скажу. Блять, ФПС. Ну, а, ну да, у меня 18 ФПС почему-то. Хуйня какая-то, блядь. У меня босс с жопой парирует нормально. Ну хуй же есть. Знаешь, все в порядке. Я считаю, что это неплохо, Кунка, это успех. Вот бы он твой яд испарировал. Ты близок к успеху, когда он парирует. Яда не парирует, Кунка, так что это кисай. Ну у тебя же удар там яд вешает, да? Ну да. Вот его спарировать. Реально, блядь. Не жуткую никто не бьет, отводи фонарь. Фонарь любом. Фонарь гоу! Ну а теперь дали фото 5. Пиздец, еще хуже стало. Манус. Так, она уже блеванула. Сейчас после плевка Мелизону разморозить, да? Подходи в Мелизону, фонарь. Мелизону уже был же плевок. Ну, блеванула она уже. Разморозить, короче. Молодец. Мужчина. Реслин, ты же с Фридомом, я надеюсь? Если... Так, разбежались раньше набрали. Разбежались раньше набрали вещи. Тема на огонь, дай. РДД, сука, вагоны, блядь. Хули вы в одной пачке стоите, нахуй. Поворачиваюсь просто в щит РДИ и прямо тут в центре держу, похуй. РДД метров там 7-8 от босса. Лети подъебало. Поздравляю. Фридом? А чё ты скачок не нажимаешь, блин? Можешь скачок нажимать в этой хуйне. От Кунки отбежали все, где он там, блядь. Прямо в двери нахуй. От двери отойдите, вам лужу еще дам. Убирайте своих петов вонючих, че это элементальные крички. Убери, пожалуйста, этого пета, если ты не можешь его отвезти нахуй. Кринж Кинг. Отлагал. Подъебало, стали сейчас откидывания будет. Ты, блядь, кто танчит босса? Дермич, блядь, ты первый раз босса танчишь или что? Как я, блядь, говорил босса ставить, нахуй? Чтоб милики могли при этом спину бить, нахуй, и их не откидывало назад, блядь, в сторону балки, нахуй. Не так, блядь. Ты его должен боком ставить, нахуй, сам в балку становиться, и чтоб мы ему становились, блядь, под бок, как магика, нахуй. От ада отбежали. Щит орды бежит. Лучше КД съебывайте. Ой, бля, ладно, пойдет.
Шмот, как обычно, отказываемся. Остальное можете не идти. Ну ебать нахуй, дезурон бегает на минималках просто, блять, реально собаки чем, блять. Что ты там, рэп, готов? Убили аукциониста в Гримаре. Так ты не можешь там шатрат, блять, ой, шатрат, блять, этот, громовой утёс обычно там, ну куда-нибудь туда. Не? Ну ладно. Блять, слагает пиздец нахуй. У всех ВПС прям проседает, у всех, да, у всех. Вообще пиздец. Нет. Блять, ну это пиздец, у меня до 16-18 падает. Ебало его нахуй. Это вот интересно, это только из-за петов или еще из-за какой-то хуйни? Это из-за локов и магов. Не знаю. Не, причем когда нету пула босса, все хорошо, только вызываешь босса, пизда, ФПС сразу же пропадает. Не, так сейчас все хуйня. У меня только что 2 ФПС сейчас, нахуй мы этого уебка вызвали. У меня на 30-ку просел сразу, да нахуй. Это кунка БШ крутит, пиздец, бля. Вова Пета призвал. Этот, Лаконфел, подожди секунду. Ну-ка, давай без БШа нахуй, заебало нахуй, полази, блядь. Я сейчас сервер уроню. Мы уже бьем. Портал свищ меня быстрее. Речь. Найс, блять, парирование, нахуй. Кунка, блядь, порчу навел, нахуй. Тем не, блядь, перекап мастере, блядь. Сука, блядь, еле кош успел нажать, нахуй. Ёбаные, блядь, провисания конченые. Глема быстрее убиваем. Серьезно? Вулкан парирует. Да тут все парирует на сервисе, блядь. Бля, че за пиздец ФПС на. Ебануться нахуй. Что эти уебки сделали, блядь? Очередной раз обосрались. И стену нам нужен, нет? Не, не надо, идите больше. Сейчас просто босс в туннельце, в портал не свищимся, просто босс в туннель. Просто бьем босс.
Рамса весьма трагична и должна послужить уроком тем, кто смеет беспечно играть с темной магией. К счастью, вы победили демона, и теперь вас ждет новый... Подлые собаки Альянса! Вы выпустили повелителя демонов на воинов Орды? Ваша смерть будет быстрой! Альянсу не нужна помощь повелителя демонов, чтобы справиться с ордынским отродьем. В следующем бою вы встретите... Добросовно, на Бритмен 6 МП5 дает уже заряженное. Что-то, по-моему, это не так. Нападите все по 4. Они хотели запятнать честь Альянса. Они пытались нас обретать. Вы барапы на чехол-то измуньте, пожалуйста. Тирион, позволь моим... Не, фулл КП я не могу, да. Вместо твоих рыцарей. Мы нахуй, да. Я лучше с Рогом побегу, чем фулл КП. На эту хуйню, но это... Они не прям 100 КП. Альянса, герои, во имя вашего короля! Это было лишь пробой того, что ждет нас... Шкаф. Чё, чё, как да, кинжал? Да, заебись, нормально. Ну, мне все равно поймало, ну типа, ну. Так заебись. Так, ром. Соло, блять. Ром. Танк, идите на левую сторону, в сторону креста, там будете танчить. Мы становимся сюда около двери, около решетки. Север фиряешь ханта, звезду. Воид циклонишь ханта. И риц твой хекс по ханту будет. Мулинраш фиряешь печеньку, веба шипаешь печеньку. Батя фиряешь полумесяц. Не знаю, что-нибудь там давайте сбивать кастом, хуй его знает чем-нибудь. По рамбу первому будем вливаться. Стали все под воротом быстрее. Меня закинь, Квайр. Чё закинуть? К танку. На всякий случай. Ща, подожди. Блять, где... Кунка... Нет. Че, ну пока поставил. Рубара, все, Ренара есть. Иди. Угу. Давайте еще не помню. Верни эльфа по-братски. Откисай. Мася, готова? А, Мася, подсклонишь этого, блядь, полумесяца нах. Про тебя забыл. Ну. А че бы? Реслин, у тебя аура на броне? Если да, нажмешь и Маша с криком. Нажимаем, а, блядь. Отводите сразу танки, не ждите, отводите. Все, забрал, заебись. Дрипай ромб, Андрей. Раздали контролы, Геру дали фулл ДПС по ромбу. Контролы раздали по своим таргетам, которые я говорил. Сова бьет почему-то, нахуй, не вижу контрола. Почему маг у меня умер, блядь? Лен, нахуй, дали контрол, сука, нахуй. Кого назначал, блядь? Три вихря прошло по ханту. Хекс там. Вой, дай бэр по кричкингу, я реслин боб ему сразу спайм. По печеньке играйте, по печеньке играйте, печеньку. От гриппа его сюда обратно, сюда к нам в кучу. Хант каток, блять, криво поставил, ну ладно. Три циклона пошли по звезде. Угу. Все, последний. Ну, у меня сейчас секунд 5 еще когда. Там фиры давай. По полумесяцу играйте. Бля. Ща хексану. Блядь, вот сейчас не надо было циклонить, нахуй. Когда я говорю по полумесяцу играем, значит его не надо циклонить. А, миссанул, щекс. Дай фер по... Ладно, я сейчас... Там дыр уже на нём повесили. Циклоны. Окей, я... Окей, забейте. Ну давай, циклон. Скажешь, когда циклон закончится, я подойду за армию. Ещё последний. Сейчас последний даю. Окей. Дал дизарм.
А, блять, парирование, заебись. Блайнд. Да сука, блять, экидные парирования, ёбаный рот, нахуй. Развитие играть. Сейчас нам станочек. Опять парирование. Чё нахуй? А, всё, я понял. Ты ДР, но не парирование. Дайл конфел дизайн. О, звезде. Играйте по паладину. Шаману хоть бы косты кто подбивал. По приступу там играем. У меня сейчас на вальках вообще походу пиздец будет, что поехал. Подводите миликов. По одному там, по два, похуй, кого-нибудь подводите, короче. Можете всех поймать. Рогу бить. Каток разлихан. Ешим просто. Ну ты кашненько пофиляйте в пизду его кончу. Север боб. Я дал. Блять, блайнд нахуй. Пару играть. Все, больше не контрольте, да кашненько, пускай вышит. Отходимся, вот это ему берите. Пали великие воины. Ради чего? Истинная опасность еще впереди. Битва с королем личом. Так, Андрей, половишь справа сферки. Серый, половишь слева. Из глубин ледяной короны навстречу вам поднимаются две могучие воительницы плети, жуткие валькиры, крылатые вестницы короля. Дермич. Бери темную, танчишь светлую, фонарь и светлую, танчишь темную. А конфел напуливаешь на дармича, я на фонаре. Вол. Хан тоже на фонаре. Давайте быстрее. Стали все метку. Запускайте, поехали. Стоим все в одном фрейме в метке, чтобы мафия ловили от сферы.
Ну, ебать, ФПС, нахуй, умер, блять. Ой, проебались, ферм. Аккуратно. Андрей с твоей стороны залетел. Светлую сущность взяли, темные сферки ловите, потом будет, да? Дайте кунки салю, пожалуйста. Когда я даже давал. Фонарик, давай массакру переводить на эту сторону. Ух, блядь! Прохил, прохил. Там плотненько залетел. Сука, ёбаные лаги, заебали. Тёмную сущность взяли, все по звезде поехали. Слайд-шоу, блядь. Дерми еще с Дашей из баунда прохиливать его Андру и чувалу. Давай из баунда. Он дручевал его, держите по хп. Танк. Хуй там и не трига. Сок. Ты все еще сомневаешься в могуществе? Сашки, можешь курить, если шоу, кричи. ШМ и 3 не топовые, конечно. А, обидные слова. Хоть да, типа, кунка, чё, блядь, зов нахуй. Выбишь и заебись будет. Нет, у зова нет. Ещё меньше шанс дропа. Да, ну здесь он 20, ну, то есть здесь 25 человек, а там 10. Разница есть. Здесь ПВП. Да, у тебя слышно, что в нашей пачке зов стоит, скорее всего, будет. Там проблема вообще. Не, нам не пан. Втором рейду, который ходил за Луман, ну, с Ондре там, Кума, им выпал этот плащ. Нам хуета упала, у нас танковское кольцо 2.7 упало, 2.71 плечи танковские. Нормальная вещь. Да это не я был. И мрачный нож. Один шаман, сука. Это в инвизе шаман сидит, ничего не знаю. Да, конечно, конфел, он лучше, чем островной.
пока, ну, остров не апнут, этот, короче, это кольцо лучше. Че, вот тут вот в самом краю нет, не спулю сферки с нападом, вот здесь. Да лучше не юзай нахуй. Без звездопада неплохо будет. Не, солнцепад-то он так же такой же раньше. Ну тогда, я не знаю, нахуй, может кикнуть его лучше сразу. Да вроде кто-то бил, я помню, но там когда. Реально, блядь. Алканхелм полнопуливаешь с левой стороны? Верни мне кихелм, пожалуйста. Этот, ада, я надеюсь, ты в курсе там, как напуливать, что там. Бим-бим, мамам делать эту хуйню. Красава. Короче, смотри, на второй фазе вот этот, который с креста будет выходить копатель, да? Вот на крестик тебя поставил. Его не трогай. Его там законтролят, зашаклят, там, сапнут или фирмят. Понял? Одного только дальнего напуливаешь. Это когда вторая фаза, когда 30% меню у него будет. Огурцы возьмите все. Ванищелла СС по Алканхелу. Мулинраш СС по Адо. Ханту, третья апатия. Блокер, вырубай рэп. Я его закинул в шестой апати. Закину сейчас, точнее. Да, ставь нам, он 2% силы дает. Шилдики аккуратно там не бафайте всю эту хуйню лишнюю. Вырубай рэп, а где твоя фласка, блять, на силу там или на что-нибудь, нахуй? Там вместо рыбы тоже есть жрачка лучше. А нахуя она мне, я же бар? Ну, блять, она для блока и дает больше, на шанс. Ну окей. Хорошо, смотри, не проебись по тайму. Так, давай серчи на полума. А, по бопам? 4 пала, нахуй. Глю первый, фонарий второй, сын анархии третий, арислин четвертый. Все, он конфелом. Он конфелом. А, и, блядь, подожди, стоять, нахуй. Северок, позбиваешь сверки людям на этой, на закопке. В Африке? А, ты в Африке? Да. Ты в Африке, блядь. Да в пизду, да, Беба, себе. Беба, тогда ты позбиваешь. Ты по фрасте нормально будет. Все, отчет даю. 5, 4, 3... 2, 1, пул. Стан. Копатели на пол. Центр отбежались, ждем. Все, поехали. Покопать. Да рано ты дал, ну ладно. Скоробеев подводите под копателей. Пристально выйди. Фонарь твой боб. Угу. Аккуратно, лужи сейчас разобьет твой. Смотри. Ты, боб. Ты куда так далеко ушел?
Вон лужа. Ну не зайди в пристены, блядь. Нахуй вы в центре разбили лужу? Вы клоуны нахуй или что? Объясните мне. Отбегай, Швепс. Сука, дебилы нахуй конченые. Да, блядь, лужа вот вообще не в пизду, не просто в армию здесь. Копатель на пол. Стан. Все, стопнули босса, не бьем. Стопнули вообще их-то не бьем. Ждем, курим их кашу. Петов тоже уберите. Нахуй. Копателей на пол. А, рэп у тебя апнутый, деморализующий. Я его сбил. Ждем, пока закопает. Он сейчас залезет в первую лужу, которую он в центре разбил. Какой-то еблан разбил. Он может вправо уйти резко. Или в крест вон туда. Да похуй. Вот соответственно. Ну давай в крест. В крест реально. Подбегите быстрее. Может нормально будет. Ну вот отсюда поползет нормально. Не, фонари поздно. Батя, беги. Сын твой первый. А не, Арислин. Сын твой первый. Боб. Не, Арислин сам по себе, дашь, Боб? Сын, ты потом на следующего. Покопателем поехали. Поиграем. Скоробеев заливаем. Скоробеев не убьем, никто никуда ничего не делает. Куривар, выйди. Отойди быстрее, ну сейчас же в лужу за... Ой, блядь. Ебалан, блин. Ладно. По пати, Боб, дашь просто. По пати будешь бегать. Сын, давай, Боб, давай. Нажимай. Отлично. Ждем, не бьем босса пока. Скоробеев, блядь, добили нахуй. Босса никто не трогает, пока копатели напулили. Напули копатели быстрее. Все, стамину себя сняли, саппорты перепили, речь. По боссу поехали. Геру дали. Под босса стали. Дерми 6 баунд. Меткий прохил. ММ налет нажми. Глю бабл с экрана. Отдай лед другому и нажимай лед. Сын анархии, бабовская. Пристены спой. Блять, алконфе умер. Ладно, похуй, успел напулить, нормально. Не, верните моба быстрее, копателя под боссом. Нет, ферну. Фонари и сокру, рещину. Да. Добивайте босса. Блять, наручей нет, сука. Блять, плащ упал на РДД, да ну нахуй, блять. Вот сука, нахуй. Я говорю, когда тебя не будет, он упадет. Реально, блять. Ни разу не падал, нахуй упал, блять. Сука, въебище. На блокера токен на воина забрать. Так а смысл от него, если в золотом мане есть лут такой же? Это чуть лучше на одну стату. Если хотите сначала заломание, попробуй выбить его. Лучше заломание, выбей его только для начала. Сколько нам? Заходу один патч всегда упал, да? В первый раз и все? Угу. На втором. Было такое дело, было. Сейчас лут сразу разрули по фасту.
Хуй, это наручи не выпали, блядь. Я в печали, нахуй. Наручи. Ладно, давай. Так, это хуй-то надо кому-нибудь? Фонарепин. Там не скликнул фонарь. Надо думать, её не убоялось бы. Ебать. Кунга Бисова будешь кинжал брать? Где? Ну вон, Бисова нахуй. То, что тебе надо, интеллект нахуй. Ебать. Вместо твоего шема. Монархия, мен. Кольцо. Хил, сколько сложников не надо. Швипс он на ПВП себе хочет пиздить 100%. Швипс, ПВЕ, боб. Холодного каримрана, наверное, блять. Да хуя стоит. Ну, 30к все еще стоит, нахуй. Алканфил, обмен. Так, дальше. Эти... Алканфил, да. Вообще не этот грудак. Ну, грудак берется на цвета мультика, но не этот. Ну окей, фонарь сниму сейчас. Это что, зап и фонарега? Да, зап. Хоть что-то возьму. Фонарь бисовый хапал? Угу. Реально. Ну-ну. У меня возникает интересный вопрос, где нахуй все шаманы? Меня съел. Вымерли. Ну, серьезно, блядь. Опять во второй раз 7 шаманов будут, нахуй. Реально. Просто даже не смешно, нахуй, нихуя. Водички на обмен. Кунка, боты тебя не интересуют, блядь? Вообще у меня не есть. Еще одну будут, да? Блядь, одной пары мало, ну одной, блядь, мало. Пара как раз будет. Для вообще голых. Если ты, блядь, ну тоже ходишь в одном кроссовке, а второй, блядь, на сках. Я вообще нихуя не хожу. Беба будешь брать, на? Да, тапочки пятёрки лучше для вара. Бисовый, где там плащик? Я плащик хочу пороть. Ну что спросишь, кому добро. Что надо? Этот, Андрей, блядь, плащик на тебя выпал. А, не, это не ВКшный, сори. Так, Кунка, тебе надо или нет? Не-не-не, фонарю. А, на Кунке 1000, фонарь 10, да? Блядь. Сейчас обидишь кину, нахуй, будет нервничать теперь. Да, но у него шейму похуй на ипожу. Ах, Маша обидел. Ну ничего, тупо 15к, нахуй, сразу. Чё там? Ебать, на спину такие ставки. Успокойтесь. Она один раз упала. Она первый раз упала за все время, да? Вроде второй. На тот первый раз? Не, первый раз падал этот спирит. Спирит хоста танковская. Агильная, эта хуйня ни разу не падала. Просадили Фурика. Так. Не, Фурика. Надо ходить в сторонку, это моё, блядь. Бля, Володь, оставь ему. Я вообще хожу 60-м с МП5, мне уже заебало, я ничего не беру. Я хоть ходить персонажем хожу. На этом, на Энхе соберёшь что-нибудь. Ага, расскажи мне это, блядь, ещё раз. Давай мне, Андрей, не мне за 50-ка Рик забирает. 4, ничего не знаю. Ну, ГЦ.
А Рид завтра утром, опа, отменил минус ЕП. Все кринда. Все кринда, нахуй. Замена, все кринда. Забрал? Сейчас я немножко... Да. Да. Да хоть какую-то шмотку, знаешь, за месяц полутать. А зачем Энхам кастерский плащ? Согласен. А ничего, что я как бы Рошаму сейчас... Все, нет отмазки. Завтра увидишь просто... Такой